утро. О событиях в крае, его столице, вам расскажут корреспонденты информационной программы «Наши новости». В студии Дарья Вялкова и Кирилл Политов. Здравствуйте. Сегодня в крае обсудят проблемы социальных гарантий работников Западно-Сибирской железной дороги. Социально-экономический форум организует профсоюзы железнодорожников. Его цель – подвести итоги действий так называемого коллективного договора, документа, подписанного между профсоюзами и руководством Сибирского отделения железной дороги. В частности, планируется обсудить вопросы социальных гарантий, медобслуживания и зарплаты работников. Ожидается около 200 участников. Кстати сказать, Алтайский край уже второй раз за последние несколько месяцев станет площадкой для проведения форума сибирских железнодорожников. К другим темам. Во многих странах мира, в том числе и в России, сегодня отмечают день борьбы с гепатитом. Его учредили в день рождения американского врача, лауреата Нобелевской премии Баруха Самуэля Блумберга, открывшего вирус гепатита Б. По данным ВОЗ, гепатитом болеет каждый третий житель планеты, то есть около 2 миллиардов человек. Разные типы вируса передаются по-разному, однако все они могут привести к циррозу печени и даже раку. Защититься можно, соблюдая гигиену, осторожность при переливании крови. Кроме того, как правило, вакцина надежно защищает человека от заражения вирусами А и Б. По данным эпидемиологов, на Алтае показатели заболеваемости всегда были выше, чем в других регионах России, в том числе по причине распространения наркомании. Но за 6 лет за счет иммунопрофилактики число заболевших гепатитом Б снизилось в 20 раз. А вот количество больных хроническим гепатитом все еще на высоком уровне, отмечают медики. Связано это в частности с высокой стоимостью лечения. Цена за один курс может доходить до 1 000 000 рублей. В магазинах будут продавать самые безопасные лекарства. После долгой дискуссии Минздрав подготовил перечень самых простых в применении препаратов, которые могут разрешить продавать вне аптек. В него вошли антисептики для воспаленного горла, спреи с морской водой для носа, активированный уголь, простейшие средства от простуды, противоаллергические мази. Идея заимствована у США и Европы, где некоторые медикаменты можно купить в магазинах или даже киосках. Изначально Минпромторг подготовил список препаратов, в которых вошло более 3 десятков групп лекарств, в том числе и гормональные. Но учитывая список риск навредить покупателю, а также то, что за рубежом, в отличие от России, большинство вышеназванных препаратов можно приобрести только по рецепту, в Минздраве список максимально сократили, включив в него наиболее безопасные применения лекарства. Как сообщает российская газета, обсуждение перечня будет продолжено, а затем предстоит внесение изменений в законодательство. Сварщику ООО «Акмант», который занимался соединением газовых труб в Бийске, предъявлено обвинение. Следственный комитет усмотрел в его действиях признаки нарушения по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Речь идет о взрыве в торговом центре «Корзинка» в феврале этого года. По данным следствия, обвиненный некачественно сварил стыки газопровода, в результате чего произошла утечка голубого топлива. Он скопился в подвальном помещении магазина, и при включении света утром 23 февраля там произошел взрыв. Погибли 4 сотрудницы торгового центра. Сварщику ООО «Акмант» грозит до 3 лет лишения свободы. День крещения Руси сегодня отмечает православный мир. Христианство, как государственная религия на Руси, появилось еще в 988 году. Но официальный государственный праздник учредил всего 4 года назад Дмитрий Медведев. Сегодня вспоминают равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красносолнышко. По легенде, именно он выбрал для своего народа православие как религию. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. И сегодня же в Барнауле в честь Дня Крещения Руси пройдет крестный ход. Как сообщили в пресс-службе Барнаульской епархии, начнутся торжественные мероприятия в 8:30. Крестный ход пойдет от улицы Большая Олонская, 24, а затем состоится богослужение и молебен на территории часовни святого равноапостольного князя Владимира на площади имени Баварина. К участию приглашают всех желающих. Один из главных праздников отмечают сегодня и мусульмане – День Разговения или Ураза-Байрам. Он наступает после завершения священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу. Также принято навещать родителей и поминать усопших. А еще в Ураза-Байрам мусульмане выплачивают нуждающимся обязательное пожертвование. Сегодня подведут итоги главного культурного события Алтая – Шукшинских дней. Программа в этом году весьма была насыщенная и более продолжительная. Это связано с 85-летним юбилеем Василия Шукшина. Кульминация и закрытие праздника традиционно прошло в Сросках. Выступил там и хор ветеранов из Маймы. Почему коллектив из соседней республики ежегодно приезжает на родину Шукшина и почему впервые в Сроски не приехала его постоянная участница, первая жена Василия Макаровича, расскажут наши коллеги из бийской телекомпании ОТН.
Майминский хор ветеранов уже 14 лет носит звание народного. Энергичные пенсионеры хорошо известны не только в своей республике. Академический хор – постоянный участник шукшинских дней на Алтае. Ежегодно они выступают в сростках. А все потому, что в этом коллективе практически со дня основания поет первая жена Василия Макаровича – Мария Шумская. У нее по сей день паспорт, где она зарегистрирована с Василием Шукшиным, и он у нее хранится. И она всю жизнь посвятила памяти его любви. То есть она вот никогда замуж не выходила, она всю жизнь прожила одна, детей у нее нет, но она все время была верна вот именно вот той первой встрече. Мария Ивановна Шумская 8 лет назад инициировала поездку хора в родное село. И с тех пор ни одни шукшинские чтения не обходятся без их выступления. Вот и сегодня хор репетирует, готовится. В субботу они споют на пикете. Только Марии Ивановны на репетиции нет. И впервые в сростки хор отправится без нее. Здоровье подвело. А вот на встречу с подругами Мария Ивановна пришла с удовольствием. Таким составом вокалистки встречаются не только по праздникам, но и просто так, по настроению. Сегодня собрались ради приезда съемочной группы. Только о Василии Макаровиче Мария Ивановна сегодня вспоминать наотрез отказывается. Последние годы она не дает интервью, говорит, устала. Всю жизнь рассказывать об очень коротком браке и очень большой любви. Сегодня она только поет. Как тебя я люблю, как люблю я за рокотом моря дальнюю песнь твою. Молодец. Татьяна Звягинцева, Сергей Кузнецов. Новости. В алтайской колонии изготовили бюст Василия Шукшина. Юбилей великого земляка в эти дни праздновали даже в учреждениях системы исполнения наказаний. Во всех прошли культурные программы, а в лечебно-исправительном учреждении номер один даже устроили конкурс среди осужденных на создание лучшего эскиза бюста Шукшина. Спустя 2 недели объявили победителей, и через пару месяцев уже была готова гипсовая скульптура. Теперь она украшает одноименную аллею в исправительном учреждении. Это уже третья скульптура Шукшину, созданная в колониях края. А у нас к этому часу все новости. Напоминаем, телефон редакции 659-129. С вами был Кирилл Политов и Дарья Вялкова. Всего хорошего.